Привет, меня зовут Катерина. Хочу записать свой видеоотзыв о марафоне женственности Ольги Валяевой, который я прошла. Я была в потоке возвращения к себе. Какие основные результаты вообще произошли в моей жизни, за что я благодарна этому марафону? Ну, наверное, самыми полезными для меня были задания на проработку эмоционального уровня. Потому что какие-то тревоги, какие-то постоянные беспокойства, страхи – это то, с чем я жила много времени. Это то, что отравляло мою жизнь. И вот эти задания на выпуск эмоций, они, конечно, были очень мощными и глубокий след оставили в моем сердце. Очень благодарна за них. Помимо этого, для меня было очень полезно узнать какие-то новые факты, прослушать новые лекции, особенно лекции Марианны Полонски. Огромное спасибо за эти ссылки, я все послушаю, очень-очень интересно, очень-очень все полезно. И вообще в марафон я приходила за неким таким качественным прорывом, вот когда у тебя жизнь вот на таком уровне, а ты бах и прыгаешь на вот такой. Я это получила, можно сказать, совершенно неожиданно. И это вообще вот просто вау-эффект, которого я реально ждала. Благодаря марафону я смогла разрешить себе поехать на семинар в город Сочи, который был посвящен самообразованию детей. Конкретно был вопрос в том, что я перевела дочь на семейное обучение вот с нового учебного года, который начнется, и стоял вопрос, как вообще, что делать, как это осуществлять, то есть принципиально позиция была понятна, а конкретно, что технически делать, совершенно не ясно. Вот, и благодаря марафону, благодаря переписке с девочками, я нашла для себя эту информацию, я буквально за 15 минут приняла решение, что я еду, хотя для меня это вообще не свойственно. Вот, я поехала, и я привезла оттуда не только понимание того, что делать с ребенком, но и новые вопросы, новые ответы на то, что делать со своей жизнью. То есть марафон для меня стал ключиком к прохождению вот этого обучения, получению этих знаний и, самое главное, осознания, инсайтов. Поэтому в будущем я планирую еще раз участвовать. Уже было бы интересно попробовать второй поток, который связан с отношением с мужчинами. И такой формат мне показался удобным. Конечно, это требовало времени. И в этот момент, пока я проходила марафон, я не работала. У меня было времени достаточно. Я знала, что мне хватит силы воли на то, чтобы это все пройти. Конечно, это требует времени. Но в целом не все задания трудоемкие, могу так сказать. В будущем я планирую еще раз пробовать этот формат. Мне он показался весьма удобным. Все, спасибо за внимание. Всем пока. Всем хороших мыслей, хороших дел, хороших встреч, новых впечатлений. Пусть всю жизнь складывается на вот так вот. Пока!